Как начать быстро зарабатывать в интернете, если я ничего не умею и у меня нет свободного времени на освоение специальных навыков? Есть ли какой-то простой способ, который поможет мне, полному новичку, обзавестись дополнительным доходом на дому здесь и сейчас, без вложений, технических заморочек и необходимости просиживать за компьютером сутки напролет? Эти и другие похожие вопросы я регулярно получаю от своих подписчиков на почту. Среди них много пенсионеров и людей пожилого возраста, которым тяжело даются новые технологии и не хватает пенсии для достойной жизни. Много домохозяек, матерей в декрете и студентов, мечтающих поправить материальное положение и ни от кого не зависеть. А в последнее время прибавилось еще и много тех, кто попал под сокращение, влез в долги, столкнулся с экономическими проявлениями печально известных событий, которые охватили наш мир. Если среди всех этих людей есть и вы, то настоятельно рекомендую вам досмотреть это небольшое видео до конца, потому что в нем я, наконец, отвечу всем на те самые вопросы и расскажу об одном очень мощном и доступном каждому способе заработка онлайн, который поможет вам не только благополучно пережить кризис, но и построить стабильный источник пассивного дохода от 80 тысяч рублей в месяц на годы вперед. Здравствуйте, меня зовут Антон Рудаков. В интернет-сообществе я известен как специалист по привлечению трафика из социальных сетей. Сотрудничаю с известными экспертами и онлайн-школами, а также провожу собственное обучение и тренинги по лидогенерации на заказ. Работа приносит мне удовольствие и хорошие деньги, но у нее есть один существенный недостаток, свойственный, впрочем, любой другой работе, которая основана на оказании услуг. Доходы мне поступают только тогда, когда я работаю. Если я беру отпуск, денежный кран мгновенно перекрывается, и приходится жить на сбережения, которые уже есть, потому что новым доходом просто неоткуда взяться. Особенно остро я почувствовал это в прошлом году, когда внезапно по состоянию здоровья выпал из обоймы более чем на 3 месяца. Именно в тот момент я впервые осознал, насколько важно иметь дополнительный подстраховочный источник заработка, не связанный с основной деятельностью, который мог бы стабильно приносить мне хотя бы небольшие доходы в пассивном режиме, пока я в силу тех или иных причин не работаю. К счастью, благодаря широким возможностям интернета, своему опыту маркетолога и любви к чтению, я нашел подходящий мне способ диверсификации довольно быстро. Он основан на работе с аудиокнигами, и, как показало время, его потенциал гораздо выше, чем я себе представлял вначале. Давайте я вам кое-что поясню. Аудиокниги сейчас в супертренде. Об этом свидетельствует не только статистика ежемесячных запросов в Яндексе, которая поражает своими цифрами, но и гигантское количество мегапопулярных приложений в смартфоне, а также тематических каналов в Телеграме и Ютубе. В нише аудиокниг сформировался целый пласт потребителей, огромная целевая аудитория, которую я понял, как выгодно монетизировать. В основном-то люди такие же, как и я, и как многие из нас, которые любят читать, но у которых не хватает на это времени. Поэтому они часто прибегают к аудиокнигам. Ведь их можно спокойно слушать в общественном транспорте, на улице и даже занимаясь параллельно своими делами. Вы спросите, как именно я на этом зарабатываю? Все просто. Я помогаю людям находить нужные аудиокниги, которые они не могут найти сами. За это они платят мне деньги. Моя работа сводится всего к нескольким вещам. Первое. Я нахожу и скачиваю необходимые аудиокниги с определенных ресурсов. Второе. Вношу в них некоторые несложные правки. И третье. Перезагружаю их на специальные ресурсы, чтобы люди могли получить к ним доступ и выплатить мне награду. К слову, вот такие суммы денег данная работенка приносит мне почти каждый день. Деньги можно сразу выводить себе на карту или электронный кошелек в любое время и сразу их тратить. Но самое главное то, что большая часть этих доходов уже давно поступает мне в пассивном режиме, потому что каждая обработанная и загруженная мной аудиокнига монетизируется сама как минимум несколько месяцев, а при удачном стечении обстоятельств может монетизироваться и несколько лет. Вот, например, сумма моего заработка за последний месяц. Более 80 тысяч рублей чистой прибыли, которую я получил без вложений и практически полностью в пассивном режиме. Сейчас я почти не уделяю этому способу внимания, потому что занят основной работой в сфере привлечения трафика заказчиком под ключ. За нее, конечно, мне платят гораздо больше, но там мне приходится вкалывать и нести ответственность за результат,
А здесь деньги приходят сами, и даже общаться ни с кем не нужно. Согласитесь, неплохо иметь такую прибавочку к основному заработку каждый месяц, почти ничего для этого не делая. О том, как ей обзавестись, как шаг за шагом повторить и даже превзойти мои результаты, я рассказываю в своем авторском обучающем курсе, пройти который рекомендую каждому новичку, мечтающему в короткие сроки найти решение своих финансовых проблем. Неважно, какой у вас уровень компьютерной грамотности, сколько вам лет и где вы проживаете. Не имеет никакого значения также и то, есть ли у вас какие-то навыки или нет. Данный способ прост как дважды два, и справится с ним абсолютно каждый. Потому что все, что от вас потребуется, это наличие компьютера, безлимитного интернета и буквально 30 минут в день на выполнение совершенно простых действий. Причем работать по желанию вы можете и вовсе не каждый день. Например, если вы очень заняты в будни и у вас не остается никаких сил, вы можете выполнить необходимую норму работ в один из выходных дней и потом всю оставшуюся неделю отдыхать. Результат этого не изменится. Вы сами определяете график своей занятости. Но еще важнее то, что вам не понадобится никаких вложений и временных затрат на освоение навыков. Вам даже не придется слушать аудиокниги, если вы этого не хотите. Понять, как устроен механизм, можно буквально за один вечер. И уже в этот же вечер вы сможете загрузить свою первую аудиокнигу и заработать свои первые деньги. А через две недели, загрузив хотя бы 10-15 книг, вы обнаружите, что вам на счет капает небольшой пассивный доход. И он будет капать все больше и больше, от недели к неделе. Почему я так в этом уверен? Потому что перед тем, как открыть полноценный набор на обучение, моя фокус-группа целый месяц с нуля на практике тестировала данный метод и получила отличный результат. Я должен был убедиться, что метод работает не только у меня, но и у других людей. Поэтому для чистоты эксперимента привлек 16 новичков, далеких от интернет-бизнеса, и следил за их работой. Некоторые из их отчетов вы можете прочесть на сайте ниже. Если вкратце, то каждый участник эксперимента уже к концу первого месяца заработал от 40 до 60 тысяч рублей и нашел для себя новую возможность самореализации. Среди них были люди совершенно разного возраста и социального статуса. Пенсионеры, молодые девушки, безработные и даже один школьник. Самое главное, что их доходы будут только расти, и если они не остановятся, то уже в следующем месяце смогут догнать и даже перегнать меня. Если получилось у них, то не вижу причин, почему не должно получиться у вас. Мой способ заработка не несет в себе никаких рисков и не утомляет рутиной. Он интересный, понятный и эффективный. Только представьте, что значит иметь хотя бы 40, не говоря уже о 80 тысячах рублей, дополнительного дохода в месяц. Что можно позволить себе на эти лишние деньги? Сколько проблем можно благополучно разрешить? Ведь это как минимум сразу несколько добротных региональных зарплат в СНГ. И для того, чтобы их получать, вам не нужно вкалывать по 8 часов в день. Потому что интернет дает возможность работать продуктивно. И более того, дает возможность получать их практически в пассивном режиме, как это делаю сейчас я. Хотите так же? Тогда записывайтесь на обучение и приступайте к делу уже сегодня. Хватит прозябать. Хватайте возможность за хвост и меняйте свою жизнь к лучшему.